Shalom, everyone. Итак, здравствуйте, шалом, мир вам. How many of you remember the Texas greeting I taught you? Кто из вас помнит, как мы приветствовали друг друга по-техасски? В прошлый раз мы это учили. Howdy. Howdy. That's it, howdy. Howdy. Скажите, howdy. Okay. Howdy. Это значит, как у вас дела вообще? Так длинно, так коротко. A real Texan, though, is bow-legged because he's been riding his horse. Да, настоящий техасец, у него кривые ноги, потому что от езды на конях, да? And a lot of them got some tobacco right here, or gum. А некоторые табак немножко жуют так. And they go, howdy. And they go, howdy. But you're not real Texan, come on. You're born again. So if you've never met me, I'm Paul. Если вы никогда со мной не знакомились, меня зовут Пол или Павел. And now you may not know what to think. Теперь после того, что я показал, думаете вообще о чем вообще человек вообще будет говорить? But it's good to be back in Odessa. Но хочу сказать, рад быть в Одессе. Yes. And it's good to see some friendly faces. А также очень рад видеть дружеские лица. That have become friends over the years. В многие года мы с вами дружили, мы подружились. Good to see friendly faces from Черноморск. Некоторых людей из Черноморска замечаю, друзья. Черноморск. And it's good to see friendly faces from Хмельницкий. С Хмельницкого такие дружеские лица, ну, yes. Улыбающиеся, да? Yes. Да. And can we just give a clap of appreciation for that worship team? И давайте поблагодарим группу прославления с Хмельницкого тоже. Did they do a great job? Они хорошо делали свою yes. работу, да. Больше всего рад это их не пастора. At the end, I felt like marching. В конце я думал, все, надо идти, уже шагать. Just like marching right into hell with a water pistol. Похоже было чувство такое, можно было прямо в ад шагать, не боясь, с водным пистолетом. Motivated. Вообще вдохновлен был, очень весьма. Не боясь идти в ад. I'm yeah. grateful for Roman, Pastor Roman. Я очень благодарен за Романа, за Наташу. He understands my humor. Рома понимает мой юмор, да, немножко. Ну, молодец. I appreciate that. Спасибо. And it's good to see friendly face from Warsaw, Poland. А вот даже там с Варшавы там есть Blessing. Очень приятные лица. Blessings. Благословение. I'll be your way in September. Я буду там в Польше в сентябре. Yes. So чуть-чуть микрофон сделайте, баба, я что-то слушаю, как будто мне со спины кто-то еще разговаривает, кроме меня. So we praise God for the opportunity to be here with you. И мы благодарны Богу за то возможность быть вместе с вами. And this will be somewhat of a different style of retreat than what you have been used to. Хочу сказать, что это будет немножко отличающийся от регулярного ретрита, даже стиль его будет всем другим. Because I've been asked to teach a Streams Ministries course these few days. Потому что несколько раз меня просили, чтобы я поучил курс служения Streams, и это непосредственно я приехал по этой причине поучить этот курс. Streams Ministries is the ministry of the late John Paul Jackson. Если кто-то не знает, то служение Streams или потоки, это служение уже покойного Джон Пола Джексона, один из лидирующих пророческих голосов Америки. Для меня была большая привилегия быть учеником Джон Пола и быть тем, кто, как он, как отец для меня. Was taught and trained by him many years ago. Он обучал и подготавливал меня многие-многие года. And had the awesome privilege of being his pastor for a few years before he passed away. И для меня даже было большущей привилегией быть в роли его личного пастыря за несколько лет до его смерти. And so this is a 21-hour course. Это обучение рассчитано 21 час. So it's a school. Это же вообще-то школа обучающая. And so while I'm teaching, you're going to be in school. Если я учитель, то вы, конечно же,
ученики, вы будете в школе. Can anybody say yay? Кто-то скажет да? Не все очень рады быть в школе. So take out your pencils and sharpen them. Итак, что возьмите свои карандаши, точилки, отточите свои карандаши, заметки делать, так и так, тому подобное. Take out your notepad so you can write. Вы можете писать, можете взять ваши, что у вас, телефоны, на которых можно дописывать там. Потому что формат, который они сделали, в PDF, это очень правильный, там можно дописывать, между прочим. Если вы не понимаете, что это такое. He's saying a lot more than I am. Он говорит больше, чем я говорю. I'm preaching for you. And so, the notebook will also be on the screen behind you. Да, и даже мы попытаемся, чтобы некоторые страницы из обучения будут на нашем экране. And so, there's a lot of material. Очень много материала. So it's like I'm going to grab a hold of a fire hose and just drench you for several hours. Можно сказать, это как будто я вытащил гидрант воды, да, вот, подключил туда с большой, как сказать, шланг, да, и буду вас из гидранта поливать несколько часов с большим таким давлением. So drink as much as you can. Если сможете набрать много с собой, то забирайте все. The name of this course is The Art of Hearing God. Название этого обучения, можно сказать, art, это искусство слышать Бога. And actually, John Paul himself taught this course in Nikolaev, Ukraine, in 2003. И лично Джон Пол Джексон обучал это учение, или преподавал это в 2003 году в Николаеве. How many of you were there for that meeting? Кто помнит, кто был на том служении тогда, okay, в 2003 году? Несколько человек. Раз, yes. Два, три, all четыре, right. Пять, шесть, семь. В 2003 yes. году в Николаеве. I brought a team in 2007, and we taught it here in Odessa. Я привез команду в 2007 году, и мы преподавали часть его здесь, в Одессе. So, how many of you were at that meeting? В 2007 году кто был на том обучении? Yes, a few. Okay. Еще несколько. And now the material has been revised. Можно сказать, что материал был перепечатан, или же, можно сказать, переделан немного. And so we're going to attempt to get it all taught within the next three days. И я надеюсь, мы берем как бы такую возможность, чтобы мы будем преподавать это через несколько дней, за этих два дня. And so John Paul wrote this material for a few reasons. Джон Пол написал этот материал по нескольким причинам. He wanted, first of all, to help the church embrace and receive prophetic ministry. Первое, это то, что Джон Пол хотел, чтобы церковь или верующие люди приняли такой дар, как пророческий дар, могли его использовать для жизни. Not all churches believe in the prophetic ministry. Не все церкви верят в пророческое служение. And he wanted to help churches understand that prophecy was a gift for the church for today. И он хотел помочь церкви принять тот факт, что пророческие дары служат для церкви, для назидания церкви, and помощь he церкви. Wanted to encourage the churches to open up their hearts to prophetic ministry. Он пытался ободрить церкви, чтобы они открыли свое сердце для пророческого служения, чтобы церкви росли. But he also wanted to encourage churches as to how to receive truly gifted prophetic people. А также он хотел научить, чтобы церковь принимали тех даровитых посланников Божьих и как их с ними общаться. Because there's a lot of prophetic people who would go to their pastors and tell them what they were hearing or what they were seeing. Потому что есть много людей с пророческими дарами, которые приходят к их пасторам и говорят то, что нужно делать, и как они слышат, чтобы они делали. And the pastors would tell them they have demons. А пастора говорили, слушай, это не Бог говорит, это демоны. They would say, God doesn't show you things like that. И они говорили, Бог не мог показать это для тебя. God doesn't speak into your ear. Бог не мог в твое ухо это сказать. You must have demons. Наверное, это твои бесы. And so a lot of
gifted prophetic people were kicked out of churches. Поэтому мы знаем, что многие даровитые люди с этим даром были изгнаны из церквей. And people didn't know where to go with their gift. И они не знали, куда податься со своим даром. And so he wrote this material to try to help churches learn to embrace prophetic people. И он написал этот материал для того, чтобы церковь могла принять людей с этими дарами. But he also wrote this to prophetic people. А также это касается и тех, кто имеет сей дар, тем пророкам или пророческие дары, которые люди переживают. To help prophetic people know that it's not enough just to have a gift. Чтобы дать понять, что недостаточно иметь один дар. You have to know how to appropriately use the gift. Надо знать, как правильно и прилично использовать этот дар в обществе. You have to grow in the gift. Ты должен возрастать в этом даре. But you also have to grow in character. И также ты должен возрастать в характере. Because without character you cannot have any credibility. Потому что без характера невозможно иметь влияние. And he also wanted prophetic people to understand that the gifts were in the church, not outside the church. И также для пророческих людей с пророческим даром он хотел показать, что эти дары для церкви, внутри церкви, а не и для не вне церкви. In other words, a lot of prophets, другими словами, много пророков felt like they were outside the church telling the church what to do. Они себя ведут таким образом, что мы вне церкви, а будем говорить в церковь, людям в церкви, что им делать. And they were being very manipulative and controlling. Они очень сильно манипулируют и контролируют всю ситуацию, пытаются взращивать церковь извне. I'm a prophet of God. Я пророк от Бога. Sent to this church. Посланный в эту церковь. To tell you what's wrong with you. Сказать тебе, в чем ты виновна. To straighten you out. И сделать дисциплину твоей церкви. They had a wrong mentality. Это неправильное мышление. And we still see that today. И мы до сих пор видим такое происходит. I travel all over the world and I find in most places. Я путешествую по всему миру и в большинстве местах, где я находился, that there's incredible prophetic abuse. Что есть вот такое пророческое использование неправильного направления пророческих даров. Still, self-proclaimed prophetic people telling everybody else what to do. Говорят о том, как люди должны по себя вести. And John Paul wanted to help them understand that no, prophetic is not outside the church; it's in the church. И Джон Пол пытался показать, что пророческие дары они не вне церкви, они должны быть частью церкви и разрастать в церкви. And it's in relationship. В отношениях with everyone else in the church, одни с другими этот пророческие дары возрастают. And with every other gift. И, конечно же, используя с другими дарами, которые мы имеем от Духа Святого. Because the prophetic gift is not the only gift. И хочу сказать, пророческий дар не единственный дар. It's one of the gifts. Один из даров. There are other gifts. Потому что там есть еще дары, которые нам нужно иметь в теле Мессии. Last month I was ministering in Mexico. На прошлом месяце я служил в Мексике. And I was invited to teach a particular course at a church that I'd never been to. Меня позвали учить особенный урок в церковь, где я никогда не был и не знаком был с ней. And I was invited because the pastor was told I was a prophetic person. Меня пригласили, потому что пастору сказали, что у меня есть пророческие дарования. But I was teaching on the topic of the courtroom of heaven. А я учил о таком уроке, как corporate room. The courtroom of heaven. А я преподавал о том, что есть судилище небес. But after every session, he wanted me to make prophetic declarations over the people. А после каждого урока он хотел, чтобы я начинал пророчествовать людям, вот какое-то пророческое провозглашение делать. Session number one, prophesy.
Вот первый класс, начни пророчествовать. Session number two, prophesy. Это второй класс, начинай пророчествовать. Session number three, prophesy. Третий, нужно пророчествовать. And every time he had their microphone, и каждый раз, когда у него микрофон в руках был, and was admonishing the people, he always would say prophetico. И разговаривая с людьми, он начинал говорить prophetico. Prophetico this. Prophetico this. Prophetico that. Prophetico это. I really began to understand. Я начал потихоньку понимать. That this guy was sold on the prophecy. Он так влился в, you know, в пророческое какое-то состояние. But he seemed to think that's all the church was about. И такое понятие, что как будто церковь построена на пророческом слове и только. That if you were going to have church, что если ты хочешь создать церковь или служение, то тебе нужно провозглашение пророческое иметь. That's imbalance. Это несбалансированное состояние. Because the prophetic is only one of the gifts. Потому что пророческий дар – это один из даров. There's a teaching gift. Также есть дар учителя. There's an evangelism gift. Есть дар евангелиста. There's an apostolic gift. Есть дар апостольства. There's a pastoral gift. Пастырский – это тоже дар. There's a working of miracle gift. Дар чудотворения. There's a working of healing gift. Исцеление. There's a gift of service. Служение. Тоже это дар. There's a gift of mercy. Дар милосердия. There's a gift of wisdom. Дар мудрости. And so we have to make sure that we don't get out of balance. И нам нужно четко понимать, что мы должны быть сбалансированы. And many times, whatever your gift is, независимо от того, какой бы ваш дар ни был, we have a tendency to think that that's what church and ministry should be all about. У нас есть склонность мыслить, что вот об этом, вот этот дар именно формирует церковь. See, if for those who have the gift of evangelism, для тех, кто у кого дар евангелиста, if we don't teach on evangelism, they think we just miss God. И если мы не учим и не говорим об евангелизации, значит, мы вообще пропустили Бога в жизни. Because you see, to them, it's all about evangelism. Потому что для людей с этим даром все конкретно упирается в евангелизацию. Well, we need evangelism. Да, конечно, нужна евангелизация. But we don't just need only evangelism. Но нам не только нужно евангелизировать. Because there's a time to teach. Но потому что приходит время, нужно and учить exhort, людей, поднимать их. Потом вдохновлять их. And so, even though we embrace the prophetic ministry, и когда мы принимаем вот этот дар пророчества, we are not just about prophetic, мы не фокусируемся на пророчестве только. We are about the kingdom of God. Мы должны помнить, что мы в Царстве Небесном и в Царстве Божьем, и мы формируем Царство Божье. We are about making disciples. Нам нужно помнить, что мы должны взращивать учеников. We are about growing in maturity. Мы должны возрастать в совершенстве. We are about embracing righteousness. Нам нужно жить в праведности. Walking in sanctification. Ходить в освящении. Holiness. Святости. Love. Любви. Repentance. Покаяние. Ooh, did I say that? Oh, phew. Покаяние. Repentance. Покаяние. We still need to learn how to repent. Нам нужно научиться как каяться, друзья. And we have to stay balanced. И нам нужно оставаться в этом балансе. In order to embrace the fullness of what God wants to do. Чтобы today. Принять полноту того, чего Бог приготовил для нас. So because of prophetic abuses, по причине вот такого пророческого, наверное, а? О, спасибо. Аня, ты будешь последующее потом переводить. Злоупотребление. Hannah, come на свою голову. Ой, он говорит, Аня, приди. Good to see you, Hannah. Аня, рад тебя видеть. So God is yearning to restore integrity and character back to revelatory ministry. Бог жаждет или ищет того, чтобы было восстановление это ценности и в служении, то есть характера и на то, что можно упереться именно в весомости служения пророческим.
And even in the Old Testament, we discover that there were schools for the prophets. Даже в Танахе мы можем найти, что были школы для пророков. Помните, да? Even though God called prophets, даже то, что когда Бог призывает пророков, He created schools to teach the prophets. Он также и позволил создать эти школы для пророков. Samuel had a school for the prophets. У Самуила была школа для пророков. Elisha and Elisha had schools for the prophets. Илья, они тоже школа пророков были. To teach them how to walk in their gift. Чтобы научить, как ходить в своем даре. To teach them how to walk in character. Быть в Божьем характере. And to teach them how to approach the people of God. И как подходить к Божьему народу с этим даром, который они имеют от Бога. So we need to begin with the understanding that we agree that God still speaks to His people. Первое, что мы должны вместе понять и прийти к консенсусу, то, что Бог говорит своему народу. Вы согласны с этим? God still speaks today. Он до сих пор говорит к народу. God's always spoken to His people. Бог всегда обращался к народу. And He's always spoken to His people in various ways. И каждый раз Он использует разные подходы и методы, как говорить к людям. But God wants to speak through righteous people. Но Бог хочет говорить через праведных людей. Because when He speaks through righteous people, it gives credibility to the message. Потому что когда Бог говорит через праведных людей, Он дает этому посланию ценность и такую величие, такое как бы непоколебимое состояние. But if He can't find a righteous person, He will speak through an unrighteous person. Но если он не может найти праведного, тогда я вам скажу честно, он будет также говорить через неправедного. As He did with Balaam. Как Валаам, помните, да? And if He can't find an unrighteous person, He'll find an animal. Если он даже и праведника, неправедника не найдет, да, неправедного человека, он найдет еще осла. As God spoke through Balaam's donkey. Когда, помните, да, ослица Валаама остановилась и проговорила пророку. So if God can speak through a donkey, если Бог может через осла говорить, He can speak through anybody. If He can speak through a donkey, He can speak through anybody. Если он через осла может говорить, то говорить будет через любого. Amen. Аминь. Amen. Amen. And He said also that He desires for His people to worship Him. И также Писание говорит о том, что Бог желает, чтобы народ Его поклонялся Ему. And if His people won't worship Him, He'll cause the rocks to cry out. И если народ не будет славословить Его, Он заставит камни вопиять. Yes. Amen. So I don't want a rock doing what I'm called to do. Поэтому, честно сказать, я бы не хотел, чтобы камни делали то, что я могу делать. I don't want a donkey doing what I'm called to do. Я не хочу, чтобы осел делал то, что я могу делать. And I don't want an unrighteous person doing what I'm called to do. А также, если неправедники могут делать то, что я должен делать, то я не хочу, чтобы они делали то, что я могу делать. But I want to be a man of God. Я хочу быть человеком Божьим. Walking in righteousness and holiness. Ходить в праведности и святости. Having an ear to hear. И иметь уши, чтобы слышать. И иметь страсть и желание давать то, что Бог хочет дать людям. And so God wants to raise up men and women. Бог хочет поднять мужчин и женщин. And grant them this prophetic gift. Чтобы дать им этот пророческий дар. So that the word of the Lord might go forth in this day and чтобы слово Божие действовало в этом мире, в этот час и в то, что вот где мы находимся. So God's calling us to place more emphasis on developing a strong and godly character. Бог очень сильно сфокусирован на том, чтобы создать в нас богобоязненный характер. If we can можно дальше raise начать? Up the... Ой, там надо начинать аж сделайте там где-то 18-я страница там. Можно начать, именно там есть часть первая. That's a good cover page, but это очень 18 листов, просто как бы предисловие. Right. What does that say? Okay. Еще. God is yearning to restore. Is that what that says? Second one, number two. Да, второй там. We good? Бог призывает нас обратить особенное внимание на вырабатываемый крепкий и благочестивый характер. Вот этот
Вторая часть. Еще следующая. Нет? Еще. Оп. Чуть-чуть ниже. Вот это. We're there? Да. Touchdown. Okay. So, what we need, one of the things that John Paul recognized that people needed to understand. То, что Джон Пол понял вообще в служении, что люди должны четко в жизни понять одну вещь. Was that godly character was greater than gifting. Что Божий благочестивый характер лучше, чем дар. We needed to place more value on godly character than we did on our gift. Нам нужно дать больше ценности Божьему характеру внутри нас и формирующему нас, чем самому дару. And that we fall into error if we find our identity in our gift. Нам мы начинаем двигаться в как сейчас сказать error. We fall into heresy, maybe. Даже мы попадаем в становимся еретиками, если мы больше сфокусированы и думаем, что мы зависим от дара, чем от характера. Our gift is not our identity. Наш дар — это не наше отождествление. That's why I don't like titles. Поэтому мне не нравятся погоны. I go some places, they call me Prophet Paul. И когда я приезжаю в некоторые страны, мне говорят: Пророк Павел, придите. I go to some places and they call me Apostle Paul. А в некоторых местах мне говорят: Апостол Павел. There's a certain ring to that. Для этого нужно иметь еще их нормальный характер. It sounds familiar. Это как бы вот понятно, что это такое. Apostle Paul. Это как апостол Павел. But, уже был один. Давай. I'm just Paul. Меня просто зовут Павел. And our identity is not in our gift. Our identity is in Jesus. Наше отождествление не в даре, который мы имеем, а наше отождествление в Иисусе, в Иешуа, Мессии. Our gift doesn't define us. Our relationship with Jesus does. Дар не делает нас теми, кто мы есть. Но Иешуа делает нас теми, кто мы должны быть и кем мы есть. And so, whenever we recognize that God has called us, it should be a humbling thing. И если мы понимаем, к чему нас Бог призывает, тогда мы должны быть и ходить в смирении. Мы должны быть смиренными. And yet, the truth is, God's called every one of us. А истина в том, что Бог каждого из нас, из сидящих, Бог призвал к одному или другому служению. Everyone here is called. Каждый из вас призван. You're a child of God. You're called to ministry. Вы дети Божьи, и Бог призвал вас к служению. We get to minister. Мы можем служить. We are the mouthpieces for Almighty God. Мы являемся тем, как бы словом, которое Бог хочет высвободить через нас, и мы являемся тем, как бы ртом Божьим, который глашатай здесь на земле. We are the hands of Jesus in our world today. Мы руки Иешуа здесь в мире. We get to do the works of Jesus. Нам нужно будет делать то, что делал Иисус. By virtue of the power of the Holy Spirit that has come upon us. Через силу Духа Святого, которая сошла на нашей жизни. And the particular gift that we have. И особенный дар, который мы получили от Бога. And so we're humbled in the presence of God. И нам нужно смирение перед величием Божьим. What an honor, God, to serve you. Почитать Бога Всевышнего. What an honor, God, to be used as a tool by you. И нам нужно иметь такое смирение. То, что Бог использует нас как инструмент в этой жизни. And so we submit ourselves to God out of humility. Мы смиряемся перед Богом, и это так. And so our focus doesn't need to be on our gift. Наш фокус не должен быть на том даре, который мы имеем. Whatever gift we have. Независимо от какой дар у нас есть. There's 9 gifts of the Holy Spirit. У нас есть 9 даров Духа Святого. But our focus needs to be on the fruits of the Holy Spirit. Но больше всего фокус должен быть на плодах Духа Святого. My focus is not on what I'm gifted to do. Мой фокус не на том, что я дарован сделать. But my focus is, oh God, how do I allow the fruits? Но мой фокус на том, Боже мой, как я могу, чтобы мой дар или же фактически мой плод to flow out of me and touch. Чтобы этот плод мог дать другие люди могли вкусить, чтобы они были этим бы питались. Because people are not
changed by what you know. Люди не меняются от того, что вы знаете. They're not changed simply by what comes out of your mouth. Они не меняются от того, что вы говорите им. They're changed by the spirit which flows out of you. Но они меняются тогда, когда то, что через вас исходит, то есть те дух, который вы оперируете с ним, они меняются от того, чем вы оперируете. And Paul said we could have the greatest gift of prophecy in the world. И Павел говорит, мы можем иметь самый большой дар пророчества вообще в мире. But if we don't have love, но если у нас нет любви, we're just making noise. Но мы только всего лишь медь звенящая, помните, да? God help us. Ой, Боже мой. God help us. О, Боже, помоги нам. Let your character. Пускай твой характер, Боже, он будет в нас и формирует нас. Let our character be changed. Чтобы наш характер менялся через твое присутствие. So that we might be someone that you can flow through. Чтобы мы были тем инструментом, через который ты можешь действовать. So that when we do release a prophetic word. Потому что тогда, когда мы будем высвобождать пророческое слово, people will believe. Люди будут верить. Because they know we care. Потому что мы, как бы, мы, нам не все равно их жизнь. And they know that the spirit through which we release it is the spirit of God. И то, то переживание духа, которое, через которое мы высвобождаем, они будут понимать, что это было от Бога. Because ministry is not about us. Служение — это не зависит от того, кто мы или как мы это делаем. Never has been. Не зависит это служение от нас. It's not about a platform. И вот служение не по причине уже не стоит платформа. Ministry is being a vessel used by God. Служение это быть этим сосудом, который Бог использует. In whatever way is needed at the moment. И в тот момент, когда точно Бог хочет, чтобы использовать тебя в тот момент для других людей. So that another life might be touched, чтобы другая жизнь была измененная, redeemed, искуплена, sanctified, освящена, and become part of the kingdom of God. Чтобы стали частью Царства Божьего. Amen. Amen. Character. Характер. Character. Характер. Не дар. And so I want us to look at this first section called the audible voice of God. Посмотрите, если у вас есть следующее, это глава 1, 1.1, слышимый голос Бога. And in John chapter 12, verse 28 through 30, мы читаем из Иоанна 12, глава 28 по 30 стих. We see one of three occasions where the audible voice of God was spoken over Jesus. Чтобы был голос Божий, явный голос Божий, который был говоренный. Над Иисусом, Ишуа. And it says a voice came from heaven. A voice came from heaven. Так. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще раз прославлю. I have glorified it and will glorify it again. Я прославил и еще раз прославлю. The people stood by and heard it and said. Народ стоящий и слышавший то. It thundered. Говорили, это гром. Others said, I think an angel spoke to him. А другие говорили, ангел говорил ему. And then Jesus said, the voice didn't come because of me, but for your sake. Иешуа на это ответил, не для меня был голос сей, но для народа, now, according to для вашего разумения. According to Jesus, why did God speak audibly? Вот если говорить о том, как, что Иешуа объясняет, почему Бог говорит слышанным голосом. Well, he did to glorify Jesus to the people. Единственный ответ это, чтобы прославить Иешуа среди народа, то для людей. To know that God was saying, this is the Messiah. Чтобы люди поняли и услышали, что это и есть Мессия. But it's interesting to discover what the other people heard. Но очень интересно увидеть и узнать, что же услышали другие люди. In other words, God spoke, but who heard it? Бог проговорил, а кто вообще услышал? Well, we know Jesus heard it. Мы знаем, что Иешуа услышал. But some people thought it was thunder. Некоторые подумали, гром прогремел. God spoke. Бог проговорил.
And all they heard was... А некоторые слышали взрыв. Jesus heard it. Ишуа слышал. Some people thought it was thunder. А некоторые думали, что это гром. Someone said, I think an angel spoke. А некоторые говорят, ангел вообще проговорил. Some didn't hear anything at all. А некоторые вообще были глухи, ничего не слышали. And maybe some did hear the voice of God. А может кто-то и услышал, мы не знаем. But the question is, if Но вопрос стоит в том, if God is speaking, is everybody listening? И если Бог говорит, все ли слушают? If God is speaking, is everybody listening? Если Бог говорит, то все ли слушают? I was always amazed when in the church I pastored, we would have a strong move of the presence of God in our worship. Ту церковь, которую мы служили, мы вели, во время поклонения, очень многие люди переживали Бога. And many people would have this incredible encounter with the presence of God. И много людей переживали эту встречу с Богом особенной. And God would speak into people's hearts and they would receive. И Бог проговаривал в жизни этих людей, и они принимали это слово. But there were always some people who didn't feel a thing. Но тогда также и были люди, которые абсолютно ничего не чувствовали. You say, wasn't that wonderful? И они говорили, ну как это, классно? And they go, what? Знаете, когда вас их спрашивали, вот то, что Бог сказал, это действует, они говорят, а что произошло? Didn't you feel that? Ты чувствовал, что Бог делал Бог? And they go, what? А что? There are some people that were just out of tune. Некоторые люди, они, как бы сказать, глухи на ухо. God was moving, but they didn't know it. Бог действовал, а они даже не понимали, что происходит. God was speaking, but they weren't hearing it. Бог говорил, а они не слышали. Because it is possible for God to speak and people not hear. Потому что есть вероятность, что Бог говорит, а люди не слышат. And because there are things that need to happen in order to learn to hear the voice of God. Потому что что-то должно произойти, чтобы научиться слышать голос Бога. Now, it clearly says Jesus heard and he understood. Четко понятно было, что Иешуа услышал, и он четко понимал, что было сказано. So why was Jesus able to hear and understand? Почему ему это было возможно слышать, а для других нет? Jesus heard and understood because he had regular intimacy with the Father. Иешуа понимал и слышал Бога лишь по одной причине. Он имел очень частые взаимоотношения и близкие отношения с Отцом. The key to hearing God's voice is to learn слышать голос Божий, это научиться to spend times of intimacy with him проводить время на постоянной основе с Богом. The best place to hear the voice of God is first in the scriptures. Лучший способ услышать Бога это в первую очередь в Писании. As you read the scriptures, God speaks out of the Потому scriptures. Потому что когда мы читаем постоянно Писание на постоянной основе, тогда Бог будет проговаривать нам из Писания. And as we develop a relationship with God. И когда мы как бы увеличим или делаем наши отношения близкими, ближе к Богу, we begin to learn to how to hear the voice of God. Мы начинаем прислушиваться, как слышать тот голос, который мы понимаем. Because every relationship is based on communication. Потому что любые взаимоотношения, они основываются на взаимопонимании и слышании друг друга. You can have just as an intimate relationship with God as you do with any friend or family member. Вы можете иметь отношения с Богом настолько реальными, как с любыми членами вашей семьи. I remember when I was in junior high school. Я помню, когда я был в средней школе. I turned my heart to God. Я помню, когда я покаялся в это время. I began to have my daily quiet time in the morning. Я каждое утро имел особенное время. And Jesus became my best friend.
И Иисус, Иешуа, стал самым лучшим моим другом. I knew Jesus in a more intimate way than I even knew some friends in my school. Я стал понимать Иисуса лично как личного друга больше, чем друзей, которые у меня были в мире. Because you grow in relationship. Потому что ты растешь в этих отношениях. And because Jesus constantly would get up early in the morning to spend time with the Father. И мы видим через Писание, что Иешуа проводил время ранним утром очень близко именно вот отношения с Богом. Constantly would spend all night long on the mountain. Мы читаем, что он проводил всю ночь в молитве где-то в горах или на возвышенностях. He developed an ear to hear God. Он именно оттачивал свое чувство понимания и слышать Бога Отца. And so our ability to hear God will come when or will increase when we begin to develop our relationship with Him. Наше слышание Бога придет тогда, когда мы будем развивать свои личные взаимоотношения с Всевышним. And so what does God's voice sound like? Как же все-таки звучит этот голос Божий? Aslan? It's a question. Aslan? You need to help me out here, brother. Yeah. Aslan. Aslan. Chronicles of Narnia. Come on, bro. Он читает, он из Хроники Нарнии что-то там сказал, я что-то не знаю. Аслан, ты думаешь, кто такой? I'm sorry, don't blame me, I don't read that stuff. What's the actor's name? Я читаю Библию, они Лиам Нельсон. Ларнику какую-то там, блин, Ларника, как ее, Арника, Нарния, Нарния. Лиам Нельсон. How many of the younger people know Liam Neeson? Кто знает Лиам Нельсон какой-то здесь? Кто знает? Луис? Лиам. Не, актер, который играл там этого. Если бы сказал бы Иван Нестеренко, то бы все бы знали бы. А то назвал какого-то там Сис Луис написал книгу, а кто играл там в эти Айлендов и всего остального, кто знает. Sorry. That's okay. Все нормально. So, what does God's voice sound like? Как звучит голос Божий? Well, hello. Hello. The scriptures say it sounds like many waters. Писание говорит, как шум многих вод. Rushing waters. И шумных вод, которые очень быстрые. The scriptures say it sounds like a raging fire. Мы слышим Писание говорит, чтобы это как огонь поедающий. The scriptures say God's voice thunders from heaven. И мы видим Писание, чтобы гром звучащий с небес. And the truth is, God can speak many ways. И истина в том, что Бог может говорить разным путем или разными способами. But the most common way. Но как мы видим из Писания, was when he told Elijah to go out and. Это то, что common, это приемлемая та часть, которая Писание, это он Илье говорит, пожалуйста. And God wasn't in the earthquake. Пойди спрячься там. He wasn't in the fire. Бог не был в землетрясении, ни в огне, ни в шторме, или же там в ветре. But he was in what? А в чем он, Бог был? A still, small voice. Тихом веянии ветра, то есть тихом голосе. And that's the most common way in which God speaks. Это приемлемо то, что Писание говорит, как Бог говорит тихим голосом. To you and me. К тебе и ко мне. Quiet. Тихо. Still. Спокойно. Small voice. Малый. And he'll speak to you spirit to spirit. И он будет говорить от духа к духу. But sometimes we have to do certain things in order to hear a still small voice. Но нам нужно что-то сделать, чтобы мы были способны услышать этот тихий, маленький, спокойный голос. Sometimes we have to stop. Иногда нам нужно остановиться.
quiet ourselves. Успокоиться самим. And listen. И прислушаться. Because God is speaking. Потому что Бог говорит. And He'll speak to you. И Он будет говорить вам. Because He loves you with an incredible love. Он любит вас сильной любовью. He didn't just save you to keep you out of hell. Он не просто спас вас, чтобы как бы удержать вас от ада. He saved you to develop a relationship with you. Он спас вас, чтобы начать отношения с вами. Personal relationship. Личные отношения. Deep relationship. Глубокие отношения. Real. Реальными. Vibrant. Очень такими переживаемыми alive, отношениями. Alive. Живыми отношениями. Because there's life in His voice. Потому что в Его голосе есть жизнь. There's power. Сила. In His word. В Его слове. And one word from God. Одно слово от Бога. One. Одно. Just one word from God. Одно слово от Бога. Can change everything. Может изменить все. One word from God. Одно слово от Бога. Can break the chains off your wrist. Может разбить оковы на ваших руках. One word from God could cause any darkness to scatter. Одно слово от Бога разрушает всю тьму. One word from God can pull you up out of a pit. Одно слово от Бога и может вас поднять из той ямы, в которой вы находитесь. And one word from God can set you on fire. И одно слово от Бога сделает тебя горящим на всю свою жизнь. God loves you. Бог любит вас. There's a plan for your life. Есть план Божий для вашей жизни. A divine plan for your life. Божественный план Божий для вас. And it starts by learning to have a hearing ear to the God who created. И начинается, чтобы с того момента, когда вы начинаете тренировать свое ухо, слышать Бога, связанного с вашим характером. It starts by beginning to shut out all the noises of this current culture and world. Чтобы закрыть и отделиться от культуры, которая кричит нам с этого мира, и начинать уединяться, слышать тот голос, который извне этого мира. And it starts by getting alone in your closet. Начинается с того, когда ты уединяешься в свою комнату. And discovering that this God who made me loves me. И ты понимаешь, что есть тот Бог, который любит меня, и Он сотворил меня таким, как я есть. And this God who loves me wants a relationship with me. И тот Бог, который меня любит, Он жаждет отношений со мной. And so by faith. Верой. By faith. Верой. We believe God still speaks. Мы понимаем и верим, что Бог до сих пор говорит. And He'll speak to you as much as you want to hear. И Он будет говорить вам столько, насколько вы готовы Его слушать. Потому что Он очень хочет иметь отношение с тобой. Oh, He's desperate for you to find what He has planned for you. Он хочет, чтобы ты нашел те планы, которые Он приготовил для тебя. He's desperate to use you for the advancing of the kingdom. И Он так хочет использовать тебя, чтобы расширить свое царство здесь, на земле. But he can only use those who've learned to turn their ear. Но может использовать только тех, которые тренируют и натренировали свое ухо слышать. And so I want to encourage you this weekend. И я хочу ободрить вас на этой неделе. Let's learn how to walk in a way where we hear God. Давайте будем учиться, как ходить по жизни, чтобы слышать голос Божий. For relationship. Чтобы мы слышали Бога для личных отношений, в первую очередь. That we hear God for wisdom. Чтобы мы слышали Бога для нашим, вот, чтобы получить мудрость. For direction. Особенно для куда идти. But also for ministry. А также, чтобы научиться слышать Бога, как служить Because людям. You may be the only voice of God that some people will ever hear. Возможно, вы станете этим единственным голосом, который Бог хочет использовать, чтобы люди услышали слово от Всевышнего. And so God wants to speak to you, Бог хочет говорить к вам and he wants to speak through you. И говорить через вас. Amen. Аминь. Аминь. Аллилуйя.